45-летний российский ленинградский музыкант, певец и композитор, актер, шоумен, предприниматель, человек множества несомненных талантов, лидер группы «Ленинград», в своем инстаграме сообщил о разводе со своей женой Матильдой. С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. «Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», – написал Шнуров в инстаграм. Елена Мозговая, она же Матильда, стала третьей женой Сергея Шнурова. Они познакомились в 2006 году, благодаря подруге Матильды. Последняя взяла приятельницу на концерт. Свадьбу сыграли только спустя 4 года, в конце июля 2010 года. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!